Всем привет! Сегодня я буду укоренять усы садовой земляники на примере сорта Альбион. Для этого нам понадобятся ножницы, секатор, лопаточка, чираевский биогумус, агроперлит, стаканчики проперфорированные и, разумеется, сами усы. Так, один к одному я уже смешала биогумус с агроперлитом, и он имеет вот примерно вот такой вот вид. Вот червячок у нас есть даже, чираевский, приблудился. Суть не в этом. Значит, берем сначала стаканчики, они проперфорированы, насыпаем раствор, примерно вот так. Готовим стаканчики. Для чего нужен агроперлит? Для придания рыхлости и воздуха и водообмена. Для наиболее успешного корнеобразования беспроблемного. Червячок так и просит. И агроперлит имеет такое свойство, что сначала он влагу впитывает, а потом постепенно ее отдает. Плюс он не дает почве клекнуть, корни спокойно формируются и, так сказать, множатся. Биогумус, сами знаете для чего. Это органическое удобрение, также способствующее хорошему корнеобразованию. Я уже неоднократно об этом рассказывала. Так. Берем усы. У меня вот есть вот такие. Очень даже хорошие, красивые усы. Обрезаем ножницами все лишнее. То есть зародыши усов. Вернее, побегов для образования усов. И размещаем стаканчики. Ничего сложного не вижу. Примерно вот так. Слегка уплотняем. Проливаем водой с разведенным в ней корневином и убираем полутень. Все.